Дети в тубдиспансер, родители в панику. В 74-й школе третий класс сейчас находится под особым контролем фтизиатра. У одной из учениц подтвердился туберкулез. По словам родителей, о случае они узнали не от директора, а от детей. Они рассказывают, что заболевшая девочка заразилась в семье. С мамой я говорила. Мама категорически, она и отказалась писать, что я ее уговорил ребенка перевести на дистанционное обучение. Все. Все, что я могу сделать. Туберкулезник должен преследоваться по закону. Его нахождение на улице должно считаться, по крайней мере, административным правонарушением. По словам руководства, сейчас в школе безопасно. Заболевшего ребенка перевели на дистанционное обучение. Все одноклассники заболевшего питаются отдельно от остальных классов. А школа в ближайший год будет на контроле Роспотребнадзора. Вернуться в школу ребенок сможет только, если предоставит медицинскую справку. Директор рассказывает, что мама заболевшей девочки неохотно идет на контакт, а вот родители других учеников в панике. При этом, по их словам, в семье сразу два больных ребенка. Отец болеет туберкулезом, скрытая форма. При этом он живет, да, в квартире с детьми, ходит на работу и так далее. То есть он не в больнице, но он заразил свою дочь. Мальчик, то есть младший брат этой девочки из нашего класса, у него точно так же обнаружили туберкулез. По словам родителей, воспитанников группы из детсада 354 СП, куда ходил мальчик из этой семьи, также отправили на обследование. Мама забрала ребенка из детского сада. Она рассказывает, что у него положительная реакция манту, и теперь мальчик проходит терапию. Сейчас дети и сотрудники школы и детского сада состоят на учете в тубдиспансере как контактные. Обеспокоенные родители готовят обращение в прокуратуру на семью заболевших детей. Марина Митрофанова, Сергей Олейник, 31 канал.